Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова я, Бравлер Де Мастер, и мы продолжаем с вами приключения в Бравл Тауне. Только вот в этот раз уже... ты уже уходишь? О, да, вирусный 8-бит, да, братишка. Ухожу, блин, ну круто поиграли, я целых 97 раз проиграл, или 98? Но вы слишком... Может, еще одну игру? Ты хочешь меня прям совсем втоптать в грязь, унизить здесь? Не, было весело. Честно скажу, было весело, вот, но я хотел хотя бы раз выиграть. Не получилось, ребят, вы очень хорошо играете. Но когда я в следующий раз приду, смотрите, здесь я получше броню возьму, да, все такое, получше распрыгнуть. Ну и, может быть, отыграюсь. Но с вами было реально круто играть. Мне прямо у вас понравилось, наверное, больше всего здесь. Да. Хорошо. Все, ладно, давайте, пойду уже. Надо встретиться с Бравлером Аидом. Вот. Ну и я хотел еще поизучать и вашу вселенную, так сказать. Да, давайте, ребят. Все, всего доброго, удачи, ребятки, удачи. Так, ну что ж, Бравлер Аид, наверное, уже много чего успел сделать, пока меня не было. Опа. Так, хорошо, я здесь. Как отсюда выбраться-то, я уже забыл. А, вот лифт, точно, да, вниз. Я еще ниже поехал, нет, мне не нужно вниз. Мне нужно вверх. О, все, да, отлично, я куда-то вниз поехал, там какая-то лаборатория. Лучше, конечно, здесь не залазить в их дела. Дела Барли и всех остальных местных бравлеров. Так, хорошо, о, а как здесь выбраться? А, о, отлично. Отлично. Так, хорошо. Нужно посмотреть, поискать. Так, выйду к дому Бравлера Аида. Он где-то здесь должен быть. Я вот точно помню, сюда вот нужно идти вроде как. Так. Нифига себе, что с вирусом? Офигеть, тут как все уже заражено. Так, вон там дом мистера Пи. А где-то здесь должен быть дом Бравлера Аида. Как я туда пройду, если тут такой вирус? Нет, я лучше по вирусу бежать не буду, еще ботинки мои заразятся. А где Бравлеры? Никого не вижу. Ладно, дома Бравлера Аида подойду, может быть, он у себя дома? Так, может, отдыхают все или с вирусом как-то борются. Все, я дошел до его дома. Бравлер Аид, эй! Бравлер Аид, открывай! Дверь открыта. И никого дома нет. Эй, Бравлер Аид, ты там, ты у себя внизу? Ладно, я уже зашел в его дом как-то без приглашения неправильно. Так, может быть, к мистеру Пи вообще не зайти, капец, дом мистера Пи, послышишь, с ним случилось вообще жесть. Мне жалко, скоро даже мою будку уничтожит этот... Офигеть, он заражает прямо. Здесь кто-то кровати выносил. Походу, кто-то выносил кровати прямо из дома. Может быть, это кровати из дома мистера Пи, но какой-нибудь чем-то здесь внутри, или все заражено? Нет, походу, что-то заражено. О, там что-то еще есть. Так, нужно пробежаться по городу, поискать других бравлеров. И, я не знаю, спросить, где находится Бравлер Аид, потому что, ну, без него я здесь вообще не ориентируюсь. Тем более, что это вирус за страной. А где? И здесь тоже вирус уже, что ли? Ух, черт, чуть не наступил на него, капец. Так, есть кто-нибудь в этом Бравл Тауне? Я что, остался один? Эй! Кто Бравлеры! Бравлеры, есть кто-нибудь? Кто-нибудь? Неужели я остался здесь совсем один? О, Бравлер, ты мастер! Здорово! О, мистер Пи! Привет! Слушай, а ты что боже ты делаешь-то? Мой, я думал то, что сажу с ума. Я бегал по городу, искал кого-нибудь, и никого здесь не было. Ух, ты точно не призрак? Ну-ка, ты настоящий? Я настоящий, подожди, успокойся, стоп. Во-первых, Бравлер Мастер, почему ты бегаешь по зараженному городу в ботинках? Это небезопасно. Да, я не наступил пару раз, не наступил, да. И вообще-то мы переехали все. Я просто в прошлый раз остался, когда мы с Бравлером Аидом возвращались, а ты на пришельцев. Я остался в Гравитроне, уж понравились мне там у них игры, знаешь, играл с ними, играл. Прикинь, так ни разу и не выиграл. Понял. Не, ну смотри, мы все переехали, я сюда вернулся, потому что у меня ответственная миссия, между прочим. А знаешь, куда мы переехали? Куда? Мы переехали в город Фениксов. Что? В город Фениксов? Да нет, не может, не, я остаюсь здесь. Я из этого города не ногой. В прошлый раз, когда я был в городе Феникса, меня чуть не казнили. Да меня ты успокойся. Меня там держала эта Нита со своим медведем, и они на меня нападали, короче. Да все у меня там в тюрьме сидели, ну ты успокойся. Мы их победили, теперь они в тюрьме, в Гравитронской сети. Надо было с этого начать. Ну, тоже мне. Вот, мы туда переехали, потому что там пустые дома, как бы мы туда заняли. Конечно, там поменьше домиков, но зато мы теперь вкусненько живем. Я тебе потом вообще все расскажу. А сейчас у меня ответственное задание, потому что я тут пришел вирус поизучать, а тут хорошо тебя встретил. Но, у нас в городе Фениксов, представляешь, нету Фениксов. А это вообще не гожим. Ну, смотри, значит, что сделаем? Я не помню дорогу до города Феникса, в целом, знаешь, как можем? Я могу помочь тебе с твоим заданием, да? Ну, то есть, доставить Феникса, а ты мне просто покажешь путь. Потому что последний раз мы там были, ой, как давно, вообще, когда я в прошлый раз здесь был, но если ты помнишь, мы там... Нет, добро, мы уже, в принципе, все забрали свои вещи, у всех дома открыты, поэтому, как бы, уже все свалили отсюда. Нифига себе.
сейчас у меня ответственная миссия, потому что нужно доставить фениксов, то это не очень неправильно, если в городе фениксов не будет фениксов, согласен со мной? Да, что в итоге будем делать с этим заражением? Ну, вернее, как бы это не моя забота, я-то отправлюсь в свою, в этот, вселенную. Ты уже приводил над ним, знаешь, такие научные, но что-то нифига не получилось. Мы там и поджигали его, и взрывали, и скидывали на него, и водой топили. Ничего, что-то не останавливает его, не знаю, странное, но что-нибудь потом придумаем. Обязательно что-нибудь придумаем. Очень важный вопрос, мистер Пи. А у вас есть вот такие вот порталы, как вот такой вот именно главный портал, не знаю, где-нибудь еще в другом месте? Нету. Тогда нужно будет следить за этим вирусом. Если что, то мне нужно будет отправить в мою вселенную. А то вдруг, если вирус сломает этот портал, я здесь могу застрять, но очень долго, понимаешь? Блин, да, это точно. Но я еще не поиграл во все игры еще не сыграл. Хочу сыграть в другие еще игры. Да, я обязательно просто... покажем. Обязательно ты все успеешь. Я надеюсь на это. Так, показывай. Где сейчас, у вас, кстати... Мне нужно найти фениксов, а я знаю, что у Була были фениксы, поэтому мы как бы спасем его фениксов из его дома, понимаешь? Вот. Ну давай, да, мы можем заходить в его дом? Ну да, без... так все уехали, они уже все вещи смотали, поэтому... Ну вот неправильно, наверное, в чужой дом. Так, нифига себе, что это такое здесь? Ну, как бы Бул у нас мастер-кузнец, грубо говоря, он сюда броню создает. Может, возьмем его, отнесем, а то вдруг он забыл. Да не. Ну ладно. Зачем? Наша задача, первостепенная задача, это принести всех фениксов домой. Поэтому вот так вот, видишь, как у него много. Нифига себе. Мы, конечно, всех не возьмем, но давай возьмем хотя бы чуть-чуть. А мы можем взять больше? Ты хочешь? Ну у меня мало поводков, поэтому. Ты хочешь оставить их здесь? Ну, хотя бы половину, да. Так, а вдруг мы вернемся уже завтра, а тут никого не будет, и Ведьмашель вообще расстроится, если тут не будет фениксов. Это будет вообще печально. Поэтому давай, какие тебе нравятся? Ну, давай посмотрим, давай по именам выберем, да. Вот, давай, да, давай, есть давай, Неки, давай. Есть Ванчи, подисосой, так, есть тот, есть Клэмпик, есть, короче, Лорик. Лупас. Лупаса нужно брать. Чтобы давай, Лупаса взял, да, мне нравится. Так, Ворсик, Неки две. Можно одну Неки взять, потому что их две. Вот эту убери Неки. О, давай. Оп, взял. Хотя, так. С другой стороны, а если они близнецы, и типа их нельзя разлучать? Да возьми вторую Неки тоже. И вторую Неки? А тут три. Три Неки! Нет, тогда не бери, это не точно не близнецы, это точно ошибка. Давай давайте два поводка, ты тоже их возьмешь. О, давай, есть этот, жебика нужно брать. Жебика? Ладно, хорошо, жебика а я возьму. А мне дашь поводочек еще один или что? Так я тебе дал два. Ага, вот два, давай я возьму, наверное, тогда... Давайте, выходите. Кого бы взять? Давайте возьмем Ванчика и Клэмпика. О, все, давай выходи. Ой, смотри, сейчас может выбежать. Так, ну давай сюда. Я надвинул. Так, давайте сюда, это фениксы. Все, никто не выбежал. Так, да, смотри, все. Мы собрали пятерых, и осталось у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть фениксов осталось. Не, ну нормально, половину. Блин, просто я переживаю, если мы здесь оставим, вирус до них доберется. Так а если мы сейчас поведем всех фениксов, и мы на нас нападут, и мы вообще их не доведем? Это тоже опасно, согласен? Ну, хорошо, ну давай это, может быть, вторую потом экспедицию как-нибудь организуем или кого-нибудь попросим организовать. Блин, потому что хорошая идея. Ну потому что, ну хотя, дай быстренько, знаешь, давай выйдем сейчас на улицу и посмотрим, как далеко вирус от дома Була, чтобы, ну, прикинуть, через сколько времени он тут до сюда доберется. Согласен. Блин, какие же эти медленные фениксы, но, в принципе... Пытаемся, давай. О, хорошо, я полез. Да. О, не, передумали. Нет. Сейчас воно порвется, давай быстрее. Да блин, давай это ты первый, что-то мне давай не Давай первый, получается. давайте, ребят, за мной, давай, оп. Не, они вообще в разные стороны пошли. Да, за что это такое? Это жесть. Так, погоди, ну дом-то ему, в принципе, уже не нужен, так понимаю. Ты хочешь через окно выйти? Подожди, стой, ты уверен? Да ну тебе протолкать. Бул мне о чем не узнать. Ладно, да, я попробую. Ну они, видишь, они какие-то. Не туда, вот. Да, давай, им не нравится, видишь, они очень долго здесь жили, и они уже привыкли. Ладно. Через окно. Давай, попробуем. Бул, прости меня, пожалуйста, за то, что я сделал. Да ничего, потом восстановим. Так, да. Идут. О, вроде идут. Еще скажем, что это вирус сделал, да. О, ну так, да. Ой, да, ну братан, тут посмотри, тут очень близко. Согласен. Через дом, ты понимаешь, уже очень близко здесь вирус. Капец, но нужно будет очень быстро завернуться за этими фениксами тоже. О, так, вроде идут все? Давайте. Ты проверь. Так, давай. У меня все идут? А, нет, один порвался. Ай, лови. Вот здесь Неки, ты чуть Неки не потерял. Вот, поводочек забирай. Блин, блинский. Так, а ну, ты идешь за мной или нет? Все, погнали. Аккуратненько. Кактус тут. Блин, Спайк, ты видел вообще, что Спайк сделал? Кучу кактуса нарастил. Я сломал кактус, чтобы ты это, не убил феникса случайно. Так, ну все, у меня три есть, все, погнали, быстренько через ворота. Все, ну быстренько, ты аккуратно, смотри, чтобы они не порвались.
Да сваливаем, сваливаем, сваливаем быстрее. Нам нужно до города Феникса дойти. Давай, я, конечно, там давай, ничего давай. Не подустроил, чтобы мы могли в них какой-нибудь засунуть. Ну, я думаю, в дому Булу и нормально. Хотя он вроде... А он со Спайком сейчас живет. Капец, побежали, побежали, побежали. Ну, а вообще целесообразно их около Спайка сидеть? Он своими кактусами их еще это... Хоп-хоп и все. Ну, а поделать нам нечего. Все-таки Феникс и Була, и Бул живет со Спайком. Тут других вариантов нету. Все, понял тебя, понял. Ну, погнали. О, вот мы как добрались. Как тебе вот этот город снаружи? А что за входом стало? Раньше такого не было. За входом? Да, блин, тут, короче, мы когда нападали, тут добивали все остатки баррикады после войны. Вся... Вы что, с фениксами прямо здесь сражались, когда нападали? Да, конечно. Так ты че, они тоже предали нас. Они все почти в тюрьме сидят. А, нифига себе, вы всех посадили в тюрьму, а что там за бездонная тюрьма-то? Да нет, в смысле, половину убили, половину посадили, вроде бы так. Нифига себе, я жестко. Уже не помню, это было так давно, демастер. Так, ну смотри, так, нам хорошо, нужно найти домик Була. Бул вроде бы живет вот в этом доме, если я не ошибаюсь. Вот дом... А, вот дом Була и ведьмы Шелли и Спайка. Видишь, они втроем тут живут. Ага. Давай постучимся. Вот, я надеюсь, они откроют так, и обрадуются. Да, ну постучись, ты их знаешь, как бы, я плохо. А ладно, ладно, тук-тук-тук-тук-тук! Бул, ведьмы Шелли, открывайте! Бул, ну же! И чё, они чё, спят, что ли? Ну, походу уснули. Динамайк! Ты чё там? Слышь, где был и ведьма Шелли, а? Расскажи-ка мне, пожалуйста. Ну, он лишь не знает, да. А нам бы куда нам теперь этих фениксов-то пристроить, а? Блин, давай, может, их заведем к ним домой и там оставим. Ну, как бы, ну, мало ли чё. Ну, давай. Может, о, видишь, тут даже овца ведьмы Шелли. Так что нормально, пойдет им. Им здесь тоже норм будет. А пойдём они с овцой там не конфликтуют как-нибудь? Да не, они все время жили вместе. Нормально. Ну, хорошо, всё, хорошо. Я готов, просто принципе, здесь не бросать. Знаю. Вот смотри, мистер Пи. Так, ой, кажется, у меня один... А все, давай их отсоединять здесь. Отсоединим, ну, надо наверх поднимем хотя бы, чтобы они внизу не да стояли. Там кровать, я думаю, они вообще еще могут загадить, как будто они там вообще спать. Ну, хорошо, спать. Хорошо, ладно, давай, убираю один... Все, я всех убрал. Все. Отлично. Поводки сразу же у тебя уже, да? Да, все поводки забрал, так что нормально. Все, отлично, отлично. Смотри, поселились здесь. Да. Так, ну а теперь где ты будешь жить? У тебя твоего домика блин, нет, ну, у твоей да, хатки. Домика нет. О, Барли, привет, мажор Рика. Здорово, ребят, здорово. Ой, я, представляете, прилетел с Гравитрона, а там вас никого нигде нет. Я чуть с ума не сошел в этом городе с вирусом. Вообще жесть просто была. Так, мы переехали сюда. Ну да, мне уже мистер Пи все рассказал, что вы переехали. Вот если бы не он, то это было бы, конечно, плохо. Я бы там, наверное, бы остался. А ты же в курсе, что у нас вечная ночь настала? Вечная ночь? Как-то не заметил, не придал этому значения. Да что случилось? Там, блин, с богами. Какого-то бога выгнали с Олимпа, солнце прекратилось. Ну и, короче, вот пока вот так вот. Живем, ну, как вот. Есть, как говорится. Блин, ну я хотел еще с Барли поговорить, ну ладно, потом еще с ним поговорю. Это... Так, ну мне нужен дом, да, получается? Ну тебе нужен дом, я бы тебя, конечно, пригласил бы к себе, но ты понимаешь, я и так живу с пассажир Шелли, да еще и с мажором Рика и с Бия. Нас там вообще четверо, и это вообще капец. Вот, поэтому, блин, может поищем какую-нибудь... Ну, а где живешь-то, покажи. Трое. А я живу вот, получается, в доме Феникса. Вот, да, смотри. В доме Феникса? Да. А от Феникса к этому относится? Феникс? Никак он в тюрьме, нет, да? Нет, смотри. Ну, может, покажи, конечно, покажи, ты живешь, ну, хотя бы покажи. Я думал, тебя уже вот этот домик пристроить. Да нет, я в таком домике жил, когда меня казнить собирались. Вот, слушай, ну у вас тут неплохо так, здравствуйте, да. Ну тут стильно, модно. Все, я ваш новый сосед, да, вот пятым к вам подселяюсь, да, здравствуйте. Каким пятым? Тут, смотри, внизу я, с мистером Пи. Внизу, получается, вот, мы разделили наверху этаж, а тут, получается, комната Пи и подсвешили. Это моя, да, с балкончиком там таким крутым, видишь? Да я бы шутил, просто в гости пришел, не переживайте. Так, а так, балкончик, нифига у тебя балкон на весь город вид открывает. Да, пока там брали Раид, сражался с этими роботами надоедлими, я быстро к себе выбрал домик, а ко мне все равно подселили двоих. Ну, поэтому пришлось, ну, знаешь, я понимаю, тесниться. В тесноте, да не в обеде. Экстренные времена, да, экстренные времена, соответственно, нужно как-то подстраиваться, да, под режим, получается. Че, какой дом? Ну, это дом Аиды с Шелли, поэтому я думаю, тебя он точно не пустит к себе. Ну, блин, может, пустит по-дружески. Да он никого не пустил, представляешь, никого. Никого. Ну ладно, хорошо, какие еще есть варианты? Блин, тут тоже живут, да везде живут, блин.
Может быть, слушай. И здесь живут. Ну, я так понимаю, здесь везде живут, может, я... Ну да, тут домов-то мало, как бы, а нас-то бравлера много. Слушай, а может это, ты попробуешь это к богам как-нибудь пристроиться? Как я знаю, что они в домике в целом живут, их там двое. Я думаю, третьим ты туда 100% лезешь. Пошли, покажи, где их дом. Пойдем, ну, ты меня с ними познакомь хотя бы, а то, ну, я, типа, вообще не шарю, кто-то да, такие. Познакомлю, ну, у меня, как бы, с ними, знаешь, отношения такие себе. Так, я не могу, ты что, сливаешься, то есть я сейчас должен сам идти с ними знакомиться, да? Не-не, ну, вот, смотри, их домик там, и попробую. Это, короче, сейчас, а что за боги, так, типа, что за боги? Так, тут Посейдон, по-моему, живет, и Гермес какой-то там. О, сейчас все будет. Тук-тук-тук. Хей, боги, здравствуйте. Пошел вон, эй, ну Посейдон, ну все, хватит, ладно. Привет, да, привет, здравствуй, Гермес, я это Бравлер Демастер, из другой параллельной вселенной. А я чё, я пока здесь остановился, и, в общем-то, ну, негде мне спать, я в Бравл Тауне был, а там все заражено. Ну, если я вам не помешаю, как бы, ребят, то, конечно, хотелось бы остаться, то спать на улице, как бы, не очень кайфово. В баньку, у вас банька есть? Вот, погоди, у вас, а венички есть, ребят? А какие венички у вас? О, нифига, вот эта пиццуха! Сразу видно, в баньку ходите, да. А что за веники-то у вас, ребят? Веники какие? Так, видите, сейчас, секундочку. Мистер Пипок... А, он уже ушел, походу, ладно. Пойдемте в баньку. О, ё-моё. Прям я уже чувствую аромат. Вы что, ее давно затопили? Она уже готова, что ли? Так, да. О, нифига себе. Какая здоровая у вас баня. Так, я должен, погодите, секундочку, я положу вещи сюда. А то, ну, все-таки опасно. А то они же на мне. Так, сюда, хоп. Офигеть, да. Вот это у вас тут, конечно, жесть. О, мажор Рика, Барли. Вы что, тоже здесь? Здорово. Вот, ну я, короче, знаете, ребят, из другой вселенной прилетел на портале. Вон, Барди... О, кстати, Барди, я же хотел у тебя кое-что спросить очень важное. Просто, не знаю, не могу полностью доверять мистеру Пи. Он немного странный парень, хоть и добрейшей души бравлер. Вот, ты мне скажи, вот этот портал, который у тебя там находится в мэрии или где получается, который может меня отправить обратно, он всего один такой портал, который меня именно обратно может отправить? Это очень важно для меня, очень важно. Ты можешь сделать, по идее, еще, ты же сам его сделал. По идее, если что, сможешь сделать еще один такой, правильно? Вдруг портал взорвется, не хотелось бы, чтобы портал взрывался. Фух, вдруг откроется черная дыра. Блин, а кто его знает, ну, тогда нужно что-то делать с этим вирусом. Но банька — это отличное место, блин, боги, вы очень крутые, да, реально, очень крутые. Да, вообще классные. Тут еще такое огромное джеку, а как туда попасть? О, нифига себе, ну это даже больше, чем у тебя, мажор Рика, было. Кажется, даже у тебя джакузи меньше. Третий, я не робот, ребят, я только кибернетический глаз, так-то я человек. Я полуробот, получеловек, такой, знаете, полукровка, а? Или как у вас-то у роботов называется? Так, не надо мне выкалывать глаз. Ты что, Барли, придумал такое-то, а? И что за насилие надо мной? Так, вон, не, ну, вы, конечно, здесь круто отдыхаете, но что вы будете делать с этим, с вирусом? А то меня пугает этот вопрос. Если что-то с порталом случится, то я же не смогу вернуться, а, Барли? Что-то я так устал, но после этой банки и этого вашего джакузи я прямо так размяк. Ночевать будешь... Как, ну, может, на кровати все-таки, Посейдон? Где-нибудь у вас есть кровать лишняя, там, может быть, что это? Прямо здесь? Прямо в бане? Здесь же капец душно как. Свежего воздуха нет. Тут? Прямо тут? Ну ладно, тогда сделаем так. Посижу с вами, когда вы идете, я проветрю баньку немного, чтобы здесь хотя бы воздух был, чтобы я не умер, и все. Так, ну ладно. Ну что ж, дорогие друзья, в принципе, я достаточно сильно подустал после игр на Гравитроне, да еще и после того, как мы ввели всех этих фениксов, поэтому пора отдохнуть, но ребята мне помогли, приютили боги, первый раз с ними вообще виделся, надо будет спросить, что у них за игры есть, но это мы уже узнаем в следующий раз, дорогие друзья, с вами был я, Бравлер Демастер, подписывайтесь на мой канал, ставьте ваши лайки, ну это все, всем удачи и всем пока-пока, ребятки.